Подрядчики, которые ремонтируют самарские дороги, не всегда работают добросовестно. Об этом на встрече в департаменте благоустройства и экологии говорили самарские блогеры. На полевой, до этого, где был провал небольшой, там буквально сантиметров 10, наверное, вы при нем в курсе все. Мы сегодня там проехали, посмотрели, что с ним происходит. Там заделали просто его бетоном, не раскопали ничего. А там в этой дыре, у которой была... Там порядка, наверное, под асфальтовым покрытием, там пустота, ну, 1-2 метра в глубину и в ширину также 1-2 метра. Участники встречи предложили свою помощь в контроле над ремонтной компанией. И не просто приехать на место и посмотреть, что они там сделали, а именно взять их сметы, их договоры с подрядчиками и посмотреть, какие в сметах работают, какие в актах, и внимательно сверить с тем, что сделано фактически при участии общественности. Бдительным и неравнодушным молодым людям предложили принять участие в приеме ремонтных работ, сделанных подрядчиками. Чтобы люди сами могли видеть, какие объемы работы выполнены, сколько денег туда вложено, с каким качеством эта работа сделана. Тем самым мы будем исключать коррупционную составляющую в нашей работе и более будем открыты для жителей. Блогерам предоставят все необходимые документы и сметы, чтобы они смогли сверить статьи расходов и те работы, которые фактически выполнил подрядчик. Наряду с блогерами в комиссии по приему работ, выполненных в Самаре, войдут представители общественных организаций, ТОСов и управляющих компаний.